Здравствуйте, сегодня я вам хочу показать обзор на свою вот такую вот коробочку. Коробочка эта большая, но необычная. Это лего-головоломка. Я знаю, механизмы себе могут чуть-чуть подпаливать, но какими деталями смогла, такими сделала. И тут вот дырочка, сразу говорю. Тут вот тоже дырочка есть. Ладно, начнем. Как же эту головоломку решить? Отпираем вот эту штуку. И там лежит наш первый ключик. Так как он плохо достается, я возьму и так. Вот такой вот ключик. Куда его тут ставить? Как вы видели, вот тут есть отверстие. Сейчас. Ай. Вот, мы вставили. И смотрим далее. Вот. Достаем наш ключ и отлаживаем старый. Тут, как вы видите, выскочил такой вот типа механизм. А в ней лежит ключ один на один. Куда же ставить этот один на один? Никуда, вы думаете, он не подходит? Но вот эта штука сделана здесь специально. Иногда у меня в обзорах есть то, что не специально сделано, а просто. Вот. Достаем. И получаем наш вот такой вот ключик. Странный, конечно, но его я просто заменила. У меня не так. Вот. Пытаемся достать. Не можем. Что же сделать, чтобы пытаться достать? Нажимаем вот тут вот на такую кнопочку, которая нам не дает. Вот такой механизм. И у меня не было ничего особого, так что я положила простой шарик. Это приз за решение головоломки. Как вы видите, достали мы столько механизмов, что стало очень много дырок. Нам теперь надо это опять завершить. Во-первых, сделаем то, что мы достали последним. Вот, вставили. Этот ключ убираем из этого отверстия. Берем наш вот такой вот типа ключа. Вставляем там, где он был, чтобы он мешал тому механизму. Сейчас. О. Угу. Так, теперь наш вот этот ключ мы суем там, где он был. Это вот в этом отверстии. Теперь берем крышку от этого отверстия. Не обращайте внимания на рисунок. И просовываем в то отверстие. Сейчас, подождите. Просто неудобно. Вот. Вот так вот. Далее. Просто берем этот ключ, вставляем на эту. И туда.
откуда он уже не вываливается. Теперь берем наш последний, то, что был механизм. Ставим вот на эту штуку. Ну, и там оно просто без крепления, но оно у меня вывалилось. Но все равно, мы вставили все. Вот наш приз. Ставьте пальцы вверх. Говорите в комментариях, показывайте мне, как ее делать. Ну и пока.